Далі поговоримо з Сергієм Ауслендером, ізраїльським журналістом і автором телеграм-каналу «Війна з Ордою». Пане Сергію, вітаю вас. Здравствуйте. Реакція Ізраїлю на підтвердження інформації про передачу Ірану російських літаків Су-35. Міністр закордонних справ логічно каже, що у кожної країни, зокрема в Ізраїлю, є свої національні інтереси у сфері безпеки. Це, в принципі, зрозуміло, Ізраїль постійно в умовах війни, але в даному випадку ця передача фактично загрожує безпосередньо Ізраїлю через військове посилення Ірану. Яка реакція зараз Ізраїлю? Чи достатньо потужна вона є? Чи все ж таки Ізраїль продовжує тримати цей нейтралітет, зважаючи на якісь незрозумілі поки що нам або не озвучені для широкого загалу причини, чому не вдається до якихось серйозніших дій в напрямку Росії або можливості обмеження отримати ці літаки з боку Ірану? Ну, официальной реакции я пока во всяком случае не видел, да, там заявления какого-нибудь МИДа там или канцелярии премьер-министра, кто обычно в таких случаях это делает, вот пока я ее не встречал. У нас тут сейчас такой тяжелый конституционный кризис, и, видимо, как-то не до этого. А в экспертном сообществе, ну, как бы вот около таких правительственных кругах, да, там об этом много говорят. И говорят, в частности, о том, что, ну, как-то это, в общем, Россия, по сути дела, поставляет Ирану наступательные вооружения, да, и понятно, что эти вооружения будут использоваться, в первую очередь, каким-то образом против Израиля. Например, там, для отражения возможного военного удара по иранским объектам, если он все-таки случится. И это, вот, по мнению многих экспертов, такое, как сказать, со стороны России, такой, ну, как выразиться, поинтеллигентнее, крайне недружественный шаг, при том, что Россия там всячески угрожает там, Израилю, если, не дай бог, он там начнет поставлять какое-то оружие. Медведев там этот полоумный что-то у себя писал там в телеграм-канале по этому поводу и так далее. Ну, в общем, короче, официальной реакции нет, а неофициальная реакция такая, вот, прям, как сказать, возмущенная. Ну, цікаво, чому тоді офіційна реакція з таким запізненням надходить, адже йдеться про серйозні речі. Іран же ж просто так не відчепиться від Ізраїлю ніколи. Це його доктрина військова, зовнішньополітична, знищити Ізраїль як країну. Ну, так і є, да, так і є. Тобто... Почему нет официальной реакции, я говорю, я единственное, чем это могу объяснить, это тем, что у нас, еще раз, тяжелый такой конституционный кризис сейчас политический. Да, общество расколото, власть расколота, все расколоты, протесты массовые происходят, и как-то пока не очень понятно, чем все это закончится. Тобто це що, може закінчитися повторною кризою політичною, яка може знову перерости в нові вибори, чи як? Ну, теоретически, да, пока об этом ничто не свидетельствует, то есть у нас массовые протесты вряд ли приведут к повторным выборам, это только если коалиция начнет разваливаться, ну, она пока такая довольно, я бы сказал, монолитная, хотя у нее там тоже внутри полно противоречий. Поэтому пока еще не очень понятно, чем все это закончится, но очевидно, вот ну, говорят, что мы там прям на пороге гражданской войны, но это не так, конечно, но... Вот на моей памяти это, пожалуй, впервые такая вот ситуация, когда общество так поляризовалось и раскололось прям вот на два таких лагеря и откровенно враждебно друг к другу относятся. То есть это не какой-то политический спор там или дискуссия, это прям вот, ну... враждебність така. А що ж тоді цю ворожнечу так розпалило? Що б до неї так привело? Ну, повод – это судебная реформа. Вот у нас новое правительство затеяло реформу юридической системы судебной. Да? Они хотят, как бы, ну, что ли, подчинить себе суд, прежде всего Верховный. У нас же нет Конституции. И у нас роль Конституционного суда выполнял Верховный суд, который мог наложить вето на любой закон, принятый Кнессетом. И они сейчас хотят протащить закон о преодолении вето Верховного суда простым большинством 61 голос. У нас 120 мест в парламенте в Кнессете, да, и вот имея 61 голос, можно преодолеть вето Верховного суда. Такого, конечно, не было вообще никогда. Считалось, что нужно там, квалифицированное большинство, минимум 70 и так далее. Ну, в общем, смысл заключается в том, что у нас же нет четкого разделения между исполнительной и законодательной властями. У нас по сути, правительство — это и есть Кнессет, Кнессет — это и есть правительство, да, правящая коалиция имеет там большинство и так далее, и независимой от этого ветвью власти был всегда суд. Вот он абсолютно вообще никак никогда не зависел ни от исполнительной, ни от законодательной властей, вообще ни от какой политики, вот он был такой сам по себе. И, в общем, Израиль мог бы вполне этим гордиться. Но вот сейчас они хотят это дело изменить. Тобто їм потрібна що, узурпація влади фактично? А що це їм дасть? Можливості якісь економічні, політичні розвитку Ізраїлю? Якісніші? Это даст им возможность провести любой закон. Вот. И это проблема, потому что получается тогда, что у простого большинства в Кнессете будет возможность протащить любой закон в принципе, да, любой абсолютно, и преодолеть вето Верховного суда, и у общества нет защиты, нет такой ветви власти, которая могла бы его защитить, вот то, чем раньше суд занимался. И поэтому... Вот, фактично систему противаг, балансів і стримування от зараз намагаються зруйнувати всередині самого Ізраїлю. Іменно так. Зрозуміло тепер, чому такий спротив відбувається. Давайте тепер поговоримо далі про систему раннього повіщення ракетними ударами, які Ізраїль планує нібито передати Україні. Як це взагалі працює в Ізраїлі, ця система? І як цю систему можна інтегрувати? Чи вона інтегрована, наприклад, із системами протиповітряної оборони, що допомагає, відповідно, убезпечувати громадян від ракетних обстрілів, зокрема, і з палестинських терористів, там, із тих самих Хезболли? Одним словом, як це працює в Ізраїлі? Эта система, она действительно интегрирована вообще со всеми другими системами, да, и, ну, работает, грубо, это примерно следующим образом. Там вот в этом вот словосочетании «система раннего оповещения» самое главное слово — это «раннее», потому что у нас очень маленькое подлетное время, прям чрезвычайно маленькое. Вот до того места, где я сижу, от сектора Газа подлетное время ракеты чуть больше минуты. До города Сдерот там 25 секунд, до города Ашдод 40 секунд. Ну, то есть вообще нереально маленькое время. И вся эта система работает таким образом, что как только ракета террористов отрывается от земли в секторе Газа и начинает лететь, то радары и мощные такие баллистические компьютеры просчитывают ее траекторию и примерно, ну не примерно, а в смысле там с точностью до плюс-минус сотен метров знают, куда она летит. И тревогу объявляют только в том городе, иногда даже в отдельном районе конкретного города, куда вот летит ракета, для того, чтобы не нарушать рутинность жизни в остальных городах, ну, на траектории ее полета. И кроме этого, она интегрирована с железным куполом. Железный купол сбивает только те ракеты, которые реально представляют угрозу. Если она летит там в пустыню, в море, не знаю, ну, в какое-то такое место, где нет людей, то могут даже вообще не объявлять нигде тревогу, и железный купол задействован не будет. То есть она как бы угрозы не представляет, и система ее игнорирует. Тобто ці системи доволі складні. Вони визначають тільки ракети, які летять по траєкторії не балістичні, чи в тому числі балістичну траєкторію можуть визначати? Так, а у этих ракет, у них, по сути, баллистическая траектория, это неуправляемые ракетные снаряды, это же не крылатая ракета. Он летит вот по такой параболе, вот. И все. Относительно баллистических ракет, вот, ну, имеется в виду управляемых, то эта система никогда не применялась, потому что по нам не стреляли никогда такими ракетами. Ну, точнее, стреляли во время Первой войны в заливе, но у нас тогда еще не было такой системы. Тогда там противовоздушная оборона пыталась их сбивать, не очень удачно, кстати. Російські журналісти взяли інтерв'ю у командира 52-го цього полку важкої авіації, який бомбардували Дніпро. І ми почули фактично зізнання військового злочинця про те, що так, це наша справа, і ми вважаємо, що ми робимо її правильно, і треба буде це робити. І от в Україні після цього знову розгорілася дискусія про потребу карати злочинців у позасудовий спосіб. Це те, що свого часу Ізраїль досить успішно практикував, і ніхто в тій ситуації, особливо Ізраїль, і не зупиняв. Чому тоді Ізраїль не засуджували і не зупиняли, а от нас уже зараз, українців, намагаються там от, ну так, натякнути, що це не гуманно, що це не, цього не треба робити. Чи варто це робити взагалі, щоб покарати зло? Ну, зло всегда должно быть покарано, это понятно. Я, правда, не очень представляю себе, как технически это возможно, пока, во всяком случае, да, там, вашим, не знаю, там, разведчикам добраться там до этого командира полка, это, ну, просто технически проблематично. Но Израиль никогда на эти вещи внимания не обращал, вот имеется в виду на реакцию, да, на его действия. Да, там были, кстати, было очень много критики. Вот, там было очень много разного рода, там, не знаю, исков в суды и так далее, но Израиль никогда на это не ориентировался. В Израиле есть четкая концепция, как бы, зло должно быть наказано, вот, и любой, кто поднял руку на еврея, не может остаться безнаказанным. Все, вот так. Поэтому, не знаю, мне кажется, вам нужно исходить из, как бы, из своих необходимостей, а не оглядываться на то, кто там что про вас подумает. Когда Израиль в свое время, кстати, например, разбомбил этот иракский ядерный реактор в Осираке, да, в Ираке, и закрыл иракскую ядерную программу, все его осудили. Там была резолюция Совбеза ООН, по-моему, была какая-то, так, и все такое прочее. А в кулуарах все говорили большое спасибо, что вы нас избавили от огромного вообще, от огромной проблемы. Вот, поэтому это тоже такая своего рода, ну, такое политическое лицемерие. Ну, у нас, знаєте, зараз дуже популярна фраза Голдемейер: "Випускайте хлопчиків". Тобто, випускайте парней, да, так? Да. От, да. І ця фраза, "Отправляйте мальчиков". Да, випускайте мальчиків. Це, в принципі, Ізраїль скільки, здається, 30 чи навіть 40 років виловлював по світу терористів, які, власне, тоді збили цей літак. В Мюнхені, здається, цей теракт був. І от більше 30 років полювали на злочинців. Чи всіх, ну, більше 20, да, їх іскали. Чи всіх тоді вдалося покарати? Чи все ж таки хтось уникнув покарання? Нет, не всех. Трое избежали. Вот. То есть большая часть была ликвидирована в первый год начала этой операции. Остальных искали вот порядка 20 лет, и трое, насколько я знаю, избежали вот встречи с ликвидаторами Мосада, и из них, по-моему, один жив до сих пор вообще. Он где-то живет то ли в какой-то африканской, то ли в какой-то арабской стране. Но, в общем, эту операцию, насколько я знаю, свернули. Больше, ну, как бы, она не проводится. Сенсу немає. Після вибуху будинку в Дніпрі знову чуємо багато засуджень про терористичність дій Росії з боку партнерів України. Всі стурбовані, всі зворохоблені, всі схвильовані, всі висловлюють співчуття. Але ми співчуття то приймаємо, але в даному випадку було б для нас, звісно, круто, якби це співчуття було підкріплено конкретними посиленням зброї, постачання зброї. І тут ми бачимо таку цікаву ситуацію, коли ніби всі за, але знаходяться якісь все одно політичні обмеження, зокрема і в Німеччині, про те, що давайте порадимося. Якісь ілюзії, що в світі існують з приводу терористів? Чи просто вчергове бояться розгнівити Путіна, зважаючи на його неадекватність реакцій в плані постачання зброї Україні? Ну вот я, честно сказать, до сих пор, ну, насколько я понимаю, лед-то тронулся, да, британцы передают свои челленджеры, вот, Польша там готова отдать леопарды, если Германия разрешит, а вот в Германии по-прежнему там царит какая-то странная биполярка, которая там, вот мы дадим оружие, но нам нужно посоветоваться, а вот давайте подождем, мы бы и рады дать, но его нужно целый год восстанавливать, там и пятое, и десятое. Я посчитал, по Европе, ну вообще вот не по Европе, а как бы всего было произведено порядка 3000 леопардов. Если десятую часть из них отдать, это не будет катастрофическим ущербом для обороноспособности, но это будет 300 танков, ровно столько, сколько просил Залужный, кстати, для вот проведения там наступательных операций. Есть там и другие танки. Я, честно сказать, не могу себе вот объяснить, почему они так тянут, когда, по-моему, уже все ясно, понятно и очевидно. И все. Если Запад не хочет впрямую вступать в конфликт с Россией, а он не хочет, ну так вот, пожалуйста, дайте Украине инструменты, Украина сама справится. Только нужно оружие. Ну і танки – це, звісно, добре, але ще постає дуже багато питань по артилерії. Це війна артилерії, війна високоточної зброї. І отут теж у нас дуже є багато запитань. От ви як експерт, як людина багато років, яка вивчала військові конфлікти, як ви вважаєте, що в цій ситуації, знову ж таки, стримує Сполучені Штати, Німеччину, Францію від надання Україні великої кількості тих самих артилерійських систем, особливо високоточних снарядів? Нестача самого озброєння в країнах НАТО, але ж ні, на складах стоїть. Ну вот насчет Европы я точно не знаю. Я понимаю, что у них там не сильно много было оружия к началу этой войны, ну этой вот горячей фазы. Потому что Европа, в общем, прямо скажем, к войне-то сильно и не готовилась. Никто такого не ожидал. Но у американцев, например, вот мой любимый пример, это М-198. Есть такая у них гаубица, это предшественница 3 «семерок». Вот, те же 155 миллиметров, она тяжелее, она там менее мобильная, но при этом исправно стреляет все теми же боеприпасами, и отличное орудие, и она не используется вообще уже ни армией, ни корпусом морской пехоты, и на складах стоит там около 1000 штук. То есть она вообще вот просто хранится. Вот в чем проблема была их передать, я, честно говоря, не знаю. Баллистика та же, там характеристики схожие. Погрузили на корабли, привезли, перевезли, и вот у Украины было бы такое вот... такое количество вот этих стволов. Вот тут мне не очень понятно. 3 «семерки» отличная вещь, но они тоже частью передают, частью себе оставляют, потому что это орудие используется в НАТО сейчас активно. Ну вот есть другие. Я вообще считаю, что у тех же американцев там полно таких систем, ну не то чтобы устаревших, а как бы прежних модификаций, которые не используются в принципе никак. То есть они просто хранятся. И за эти 11 месяцев можно было бы уже принять какое-то решение, там что-то восстановить и передать. А в Украине сейчас любое оружие полезно и потребно. І на сам кінець хочу запитати про цього втікача, який вагнерівський командир відділення, який втік до Норвегії, який готовий давати свідчення проти Вагнера. Такі свідчення, вони взагалі для міжнародних судів, для встановлення істини, для покарання Росії можуть щось важити? І чому тікають в Норвегію? Чому не тікають, наприклад, не знаю, там, в Сполучені Штати, де точно можуть краще захистити? Або, наприклад, в той самий Ізраїль? Чи Ізраїль, в принципі, таких злочинців видає? Ну, у нас, да, есть договор об экстрадиции, насколько я знаю, с Россией. Вот, поэтому, не обладая израильским гражданством, можно попасть под экстрадицию. Наверное, поэтому. А вообще, насколько я понял, в Норвегию он перешел, потому что там же, по сути, общая граница есть. И он перешел туда, куда это было возможно перейти. Потому что до Штатов же так просто не доберешься. А что касается его показаний, ну, это вот еще один, как бы... такой момент в копилку, так сказать, всех этих злодеяний и прочее. По мне так уже с Вагнером все понятно и ясно, но с другой стороны, если он даст эти показания официально там под присягой где-то в суде, да, и так далее, то это будет уже совершенно другой разговор, хотя, опять же, там и Вагнер под санкциями, и Пригожин уже под всеми возможными санкциями. Тут уже все, по-моему, ясно и понятно, особенно там после всей этой истории с Кувалдой. Поэтому, ну, вот будет еще один свидетель для будущего правосудия, я надеюсь. Спасибо, Сергей, вам за ваши ответы. Сергей Ауслендер был с нами, израильский журналист и автор телеграм-канала «Война с Ордой». Спасибо вам.